Принято принципиальное решение дальше двигаться по строительству восточного обхода. Это у нас продолжение, значит, моста, вернее, строительство развязки через Тобольский тракт. Далее, значит, выход дороги, значит, мост через реку Тура, выход на улицу Дамбовская и далее выход на улицу Широтную. То есть достаточно серьезный объект, объем инвестиций, наверное, будет где-то порядка 12-14 миллиардов рублей. Вот. Но это даст дополнительные возможности. Во-первых, мы замкнем круг, и окружная дорога уже будет полноценной вокруг Тюмени. Ну, а во-вторых, мы свяжем ряд серьезных артерий, которые позволят нам двигаться. Ну и получаем еще дополнительный переезд через реку Тура и возможность в том числе пересечь Транссиб, не заезжая в центр города. Сегодня такая проблема стоит, особенно движение из микрорайонов, поэтому это еще одна возможность, это более длинный объезд, но тем не менее еще одна возможность из микрорайонов попасть в другие части города. Поэтому с неба это видно гораздо лучше. Плюс к тому посмотрели, значит, в целом, как у нас будет проходить строительство развязки и пробивка улицы Запольной. Это тоже достаточно важная артерия, которая создаст возможность двигаться в центре города. Ну и посмотрели, как на сегодняшний день обстоят дела по строительству развязки на улице Монтажников. Объект очень большой, очень серьезный, очень важный. Там предстоит еще большой снос гаражей. Вот, во всех этих процессах сегодня уже подрядчик идет, и будем надеяться на то, что те сроки, которые есть в контракте, они будут вовремя выполнены, и, конечно, вот этот вот серьезный объект, который будет введен в строй, он, конечно же, разошьет вот те проблемы, которые есть сегодня при попадании из микрорайонов в другие части города.